Нужна ли остановка на Калинина? Этот вопрос внезапно стал камнем преткновения между жителями Химок. Полгода назад к властям обратилась инициативная группа с просьбой сделать дополнительную станцию для маршрутов номер 3 и номер 345. Получили положительный ответ. Работы должны были вот-вот начаться, когда жители домов выступили резко против остановки. Теперь на совещании в администрации настоящее противостояние. Галина Колчанова живет в Химках всю свою жизнь. Еще помнит то время, когда не было новостроек, а на Калинина было две остановки – у библиотеки и у театра. Сейчас ближайшие остановки на Московской и Чапаева. Добирается до них пожилая женщина 13 минут. У нас пустили два маршрута и нет ни одной остановки. Идти приходится порой от магазина, от станции. Фермер все-таки у нас популярный довольно-таки торговый центр. Нелегкие сумки получаются. Хоть вроде и стараешься себя ограничить, все равно что-то набирается. И, в общем-то, очень хотелось бы, чтобы остановка хотя бы одна была на нашей улице. Другая сторона считает, что остановка должна быть, но в другом месте. Но нужно ее сделать по ГОСТу и нужно ее сделать с соблюдением требований жителей, которые живут в этих домах. Претензии все те же. Вырубка деревьев, опасение, что остановка станет частью придомовой территории, а также боязнь выхлопных газов. Это не придомовая территория, поэтому никакую сразу не надо здесь никого вводить, никакие заблуждения. Значит, это улично-дорожная сеть, имеющая четкую характеристику, имеющая четко паспорт улицы, и никто ни за какие границы никому не вылазит. Несмотря на аргументы обеих сторон, прийти к единому решению не удалось. Противники предложили сделать остановку на площади перед администрацией. Другие повторяют – далеко ходить. Мы продолжим следить за судьбой остановки на Калинина.